Суд вынес обвинительный приговор водителю, который наехал на пешехода. ДТП произошло в Витебске 12 августа прошлого года. В ночное время 54-летний автомобилист двигался по проспекту Фрунзе на своей машине. В это время мужчина пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пеший участник дорожного движения пострадал. При разбирательстве дела учитывались многие детали происшествия. Против водителя сыграло то, что он скрылся с места ДТП. Поскольку автомобилист оставил потерпевшего в опасном положении, то не смог получить минимальное наказание, однако обвиняемый все же раскаялся, признал свою вину и возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему. В итоге ему присудили год лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на этот же срок. Кроме того, он заплатит штраф в размере 70 базовых величин 1715 рублей. В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся. Что касаемо потерпевшего, то он также не настаивал на привлечении обвиняемого к уголовной ответственности. Вызвано это было тем, что загладил обвиняемый перед ним моральный и материальный вред в полном объеме. И стороной защиты было заявлено ходатайство письменное о освобождении обвиняемого от уголовной ответственности на основании статьи 89 Уголовного кодекса. Однако данное ходатайство судом было отклонено. Основанием тому послужило, что обвиняемый в течение как 2017 года, так и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности именно по линии ГАИ.